На заседании Лазаревского клуба присутствуют представители ведущих общественных организаций и СМИ. За этим столом поднимаются насущные проблемы российско-армянских отношений. Все эти заседания преследовали одну цель – обсудить вопросы безопасности, экономики, средств массовой информации, для того, чтобы найти точки соприкосновения и продвинуться в развитии отношений. Потому что мы не можем, как мне кажется, рисковать взаимоотношениями с Арменией, а Армения не может рисковать отношениями с Россией. То есть мы хотим не дать свершиться задуманному расколу между Россией и Арменией. На обсуждение были выдвинуты несколько инициатив, направленных на восстановление дружеских отношений между Россией и Арменией. И у нас есть, конечно, целый портфель собственных инициатив, мы сегодня их будем обсуждать. Это и стипендии учащимся из России в Армении, из Армении в России. Это издательская деятельность, которую мы начали, формируя библиотеку Лазаревского клуба. Увековечивание памяти людей, которые сыграли важную роль в развитии отношений между Россией и Арменией, в частности Лазаревых, мы ставим им памятник. Напомню, что Лазаревский клуб был образован в 2018 году. За это время заседания проходили как в России, так и в Армении.